Сегодня светофор, поступление сезонных товаров, грунт, укрывной материал, ящики для рассады, газонные бордюры, а также всегда для вас продукты питания, бытовая химия, кондитерские изделия, колбаса, мясные деликатесы и многое другое по отличным ценам. Магазин «Светофор», улица Транспортная, 4. Кому следует написать заявление на льготу по имущественным налогам физических лиц в 2020 году? Межрайонная инспекция ФНС России номер 10 по Вологодской области сообщает, что с налогового периода 2019 года заявление льготы по имущественным налогам физических лиц носит интерактивный или беззаявительный характер. Однако классический способ заявления права на льготу никто не отменял. Особенно это касается лиц, которым льгота впервые установлена в налоговом периоде 2019 год, то есть гражданам, ставшим пенсионерами в 2019 году, лицам, ставшим в 2019 году предпенсионерами, то есть достигшим возраста 60 и 55 лет, мужчины и женщины соответственно, гражданам, которым требуется ежегодное подтверждение ранее заявленных льгот, это инвалиды всех категорий. Лицам, имеющим в 2019 году трех и более несовершеннолетних детей. Это могут быть родители, усыновители или опекуны. Владельцам транспортных средств, имеющих право на льготу по транспортному налогу при смене автомобиля в 2019 году, необходимо представить в инспекцию заявление на перенос льготы на новое транспортное средство. Индивидуальным предпринимателям, которые применяли в 2019 году упрощенную систему налогообложения или ЕНВД, имеющих право на льготу по налогу на имущество физических лиц. В целях корректного формирования налоговых уведомлений за 2019 год всем вышеперечисленным категориям налогоплательщиков необходимо самостоятельно представить налоговый орган или в МФЦ заявление о предоставлении льготы и подтверждающие документы. Это нужно сделать до массового начисления имущественных налогов за 2019 год, то есть до 1 апреля. Приобретайте энергоэффективные обогреватели «Теплорус». Они не только согреют ваш дом, но и сэкономят затраты на электроэнергию. Принцип работы, как у русской печи, быстро нагреваются и долго остывают без электричества. При покупке полного комплекта скидка 1000 рублей, бесплатная доставка до Устюга.